Здравствуйте, Ирина, мы же на Здравствуйте. связи. Да. Зараз, одну минуту. Друзі, доброго дня. Зараз з нами сонячний Кіпр на зв'язку. Сьогодні ми з вами знайомимось та спілкуємось з керівником відділу прийому студентів зі Східної Європи. Американського університету на Кіпрі Ірини Бахтіної. Здравствуйте. Перехожу на русский язык, потому что Ира не понимает украинский язык, она русскоговорящий представитель американского университета. Я так спрошу, чтобы чуть-чуть это. Как у вас погода? Вы знаете, у нас прекрасная погода, у нас такое синее небо, около 15 градусов. Отлично, потому что у нас уже немножко так зима начинается. Ирин, мы вас пригласили для того, чтобы вы могли познакомить наших потенциальных студентов, всем, кому интересен вообще образовательные проекты, кому интересны. Для того, чтобы познакомить с новым университетом, очень перспективным, мы выставляли очень много роликов с нашего фан-трипа, да, когда мы ездили знакомиться, инспектировать ваш университет. Я надеюсь, вам Знакомиться понравилось. нам очень понравилось, да. Ну вот мы хотим донести, чтобы понравилось всем, да, из Да. первых уст. И давайте перейдем к такому вопросу. Кипр – это та страна, которая не очень, скажем так, известна, ну, в широких, да, массах, а страна, которая принимает иностранных студентов на образование. Вот. Я хочу, чтобы мы вообще проговорили про Кипр немножко, да, для того, чтобы студенты с Украины, возможно, не только нас слушают студенты с Украины, их родители, познакомились с этой страной, поняли, собственно говоря, какие преимущества, кроме чудесной погоды, которая, наверное, там 300 дней в году, очень позитивных, приветливых людей, гостеприимных, что это безопасная страна, что мы можем еще вот рассказать про Кипр, как про страну, которая готова. Есть университеты, которые очень много лет, да, принимают иностранных студентов, но их немного. И вот у вас один из самых таких больших университетов, мощный маркетинг, классная команда, которую, ну, мы познакомились, когда были в университете. Вот про Кипр давайте. Ну, давайте, да, я начну сначала о том, что действительно Кипр – это прекрасный остров, очень комфортный для просто проживания, потому что мы здесь чувствуем себя своими. Сами киприоты, так же, как и русскоговорящие люди православные, они очень любят русскоговорящих русских, украинцев, всех, кто говорит по-русски. Для них это самые долгожданные приезжие, как туристы, так и все остальные, и студенты в том числе. Я должна сказать, конечно же, в первую очередь об образовании, о том, что на Кипре очень много достойных университетов, колледжей, школ, и все они нацелены на выдачу европейских дипломов, на предоставление качественного европейского образования на английском языке. Все мы знаем, что Кипр – это бывшая колония Великобритании. На Кипре очень много осело бывших подданных Англии, Великобритании. Это значит, что преподавательский состав говорит на чистом английском языке. Действительно, на Кипре есть университеты, которые работают здесь уже более 60-70 лет. Для России, для Украины это, наверное, не так много, да, потому что у нас есть учебные заведения со
с сотнями лет истории. Но для Кипра это достаточно серьезные вузы, из которых выходят действительно настоящие профессионалы. И я с уважением ко всем коллегам, которые работают в университетах на Кипре, должна сказать, что мы окружены очень качественными профессионалами. Их 6 было до прошлого года, то есть в прошлом году на Кипре насчитывалось 6 высших учебных заведений. Мы, American University of Cyprus, на данный момент является 7-м университетом на Кипре. Мы находимся в городе Ларнака, мы находимся на берегу моря, наш кампус находится на берегу моря. Мы находимся в 15 минутах езды от международного аэропорта, в 5 минутах езды от центра города Ларнаки, в 30 минутах езды от столицы Кипра Никосии, буквально могу сказать, в 30 минутах езды от прекрасных пляжей Анапы, недалеко от нас, ну, достаточно популярный среди русскоговорящего населения Кипра город Лимассол со своими тоже достопримечательностями и различными возможностями для отдыха, учебы и развлечений, так скажем. Это значит, что наши студенты находятся в самом центре острова. И мы этим гордимся. Для нас это очень важное преимущество, потому что на данный момент мы уже принимаем студентов местных, и они отмечают то, что до нас удобно добраться, в Ларнаке очень комфортно жить. В общем, в целом по расположению и по ситуации образовательной на Кипре я могу сказать, что это очень благоприятное место, где сконцентрированы все достоинства этого греко-англоговорящего места. Отлично. Ирин, такой вопрос. Давайте тогда, ну, к таким перейдем вещам очень важным, о том, что университета есть вузы-партнеры. Да. Я подтверждаю это. Я расскажу об этом, конечно же. Мы работаем в партнерстве с двумя вузами на данный момент. С двумя вузами. Впереди у нас еще будут вузы-партнеры. Это американский вуз штата Массачусетс, University of Massachusetts, и европейский вуз, который находится в Париже. Это CAS European School, это бизнес-школа, одна из самых известных, которая входит в топ-40 лучших бизнес-школ Европы. С этими двумя вузами у нас подписаны договоры о партнерстве. Наши студенты по программе обмена с третьего курса начинают учебу, практику в этих университетах. Кроме того, уже нынешние студенты, которые поступили к нам в вуз, имеют возможность по окончанию второго курса поехать в так называемую образовательную поездку, чтобы посмотреть на программы обучения, пообщаться с работодателями, которые сотрудничают именно с этими вузами в Штатах и в Европе. Тогда давайте обсудим, в общем-то, кому может быть интересен данный университет, какие специальности, потому что я знаю, что помимо того, что у вас сейчас очень такой практичный, правильный, ну, интересный пакет специальностей, которые вы предлагаете, у вас уже еще в скорой перспективе еще вы более такие, скажем так, интересные направления будете открывать, которые очень востребованы, да? Да. Давайте начнем с того, что сейчас есть. О преимуществах поговорим. То есть, опять же, в университете
студенты могут учиться как на бакалавриате, так и на магистратуре и получать, как я понимаю, докторскую степень. Да, то все есть, верно. Да, то есть три этапа, когда человек может приехать на любой из этих этапов, либо пройти все три этапа в данном университете. Давайте вот поговорим о именно направлениях, да, потому что, ну, очень много вопросов. А как так? А вот я хочу быть этим, а я хочу, вот я рассматриваю какие-то направления в учебе. Вот давайте так вот расскажем про вашу сильную сторону, вот реально, что вот про факультеты и про специальности. Да, безусловно, вуз – это начинка вуза, это факультеты и специальности, конечно. Ну, еще и сотрудники, которые там преподают, у вас это тоже очень сильная сторона. Конечно, да? Конечно. В нашем университете на данный момент открыты три факультета. Факультет бизнес-администрирования, факультет гуманитарных наук и факультет наук и наук и технологий. Каждый факультет включает в себя программы магистратуры, бакалавриата, как мы и говорили, про PhD программы я расскажу отдельно. Так вот, программа бакалавриата, например, на факультете бизнес-администрирования представлены кафедрой менеджмента и маркетинга, кафедрой бухгалтерии и финансов. И все программы, которые мы предлагаем, они так или иначе связаны на данном направлении с бизнесом, маркетингом, менеджментом, ивент-менеджментом, финансами, банковским делом, бухгалтерским учетом. То есть это бизнес-администрирование в чистом виде с программами по данным направлениям. В части магистратуры у нас представлены программы магистратура в области real estate, это так называемая, а как по-русски real estate? Это недвижимость, да, это недвижимость, в области недвижимости, да, которая на данный момент является у нас очень востребованной. И я могу сказать, что для иностранных студентов она могла бы быть тоже интересна, потому что по получению степени магистра в этой программе на острове студент получает возможность, выпускник получает возможность вести свой бизнес в этой области. Здесь есть некоторые нюансы, в которые можно углубиться. Если будут вопросы, я расскажу более подробно. Вот. Но я должна сказать, что эта программа на данный момент запущена у нас в университете, и очень с большим успехом на ней студенты, и русскоговорящие студенты, и студенты-киприоты проходят уже практику. И отзывы, я могу сказать, что ну, отзывы очень хорошие. У самих студентов. Ирина, у меня такой вопрос. То есть, помимо того, что они получают очень хорошую востребованную специальность на сегодняшний момент, то есть это, как я понимаю, эта специальность по ее окончанию дает как лицензию право на... Именно так. Именно так. Студенты, окончившие эту программу, получают степень магистра, которую они могут представить в Министерстве строительства Кипра и вписать свою компанию в реестр компаний, основанных на Кипре, имеющих право вести деятельность в области real estate на Кипре. Это можно делать в партнерстве, это можно делать самостоятельно, но дело в том, что именно, вот, именно это по правилам, по местным правилам, именно степень магистра в области real estate дает возможность работать в этой, на этом рынке. Ну, давайте дальше для тех, кто, например, ну, кто собирается после школы поступать, потому что, в принципе, магистратура, да, действительно очень востребована как в России, так и на Украине, я это знаю. И мы можем отдельно даже сделать какой-то вебинар по магистратуре, потому что
У нас очень много специалистов, нуждающихся в повышении квалификации. Мы знаем, да, традиционно в России, на Украине мы получаем степень бакалавра, идем на работу, и, в принципе, нам этого достаточно, да, по жизни, для карьеры. Вот. Но для работы в Европе, конечно, степень бакалавра не так ценится, как если ты являешься магистром в той или иной области. И для того, чтобы успешно строить карьеру в Европе, я бы порекомендовала, конечно, получать степень магистра в Европе. И наш университет в этом плане помогает и дает качественное образование в области магистратуры. Значит, второй факультет – это гуманитарный факультет. Мы предлагаем программы интерьерного дизайна, графического дизайна и программу психологии. Это все бакалавриат. То есть у нас две кафедры – кафедра дизайна и кафедра психологии на гуманитарном факультете. Факультет наук и технологий представлен кафедрой компьютерных наук, кафедрой аэронавтики и программы бакалавриата в Computer Science, так называемые, это чисто IT-специализация, и менеджмент информационных систем, также связано с работой в сфере IT, в области менеджмента информационных систем. Кафедра аэронавтики – это отдельное такое подразделение, где в большей части, в большей степени студенты обучаются инженерным специальностям. И здесь тоже нужно отдельно рассказывать про это направление, потому что у нас для этого создана специальная лаборатория, набран преподавательский состав под обучение именно в этой области. И здесь также мы предлагаем степень магистра для студентов. Это управление беспилотными средствами. Ирина, давайте вот про аэронавтику еще два слова. То есть конкретно вот очень много запросов именно на технические специальности, да? Да. Вот, все-таки для кого подойдет это направление? Ну, я думаю, что для наших инженеров-бакалавров в первую очередь. Вот это то, о чем я говорила. Там, где люди получают высшее образование в России или в Украине, имеет смысл улучшать, повышать уровень профессионализма, уровень знаний именно в Европе. И на Кипре это будет стоить гораздо дешевле, чем по сравнению с другими странами Европы, например, да? Мы еще поговорим о ценах, поговорим еще об условиях поступления, но... Ну, мы это на закуску оставим. Да, 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 да. Но я хочу сказать, что, пока я не забыла, это очень важно, на самом деле, для тех, кто уже имеет образование, да, студенты, которые заканчивают школу на данный момент, они в большей степени ведомы, наверное, даже родительскими какими-то пожеланиями, да, особенно когда дети едут за рубеж, это все очень волнительно, и родители берут на себя достаточно большую долю ответственности за это, да, но когда мы говорим о студентах, которые уже... Я все время говорю слово «студенты». Нет, студенты, выпускники, профессионалы, которые уже имеют за плечами студенческий опыт, да, даже диплом. Скорее всего, и по моему опыту, я уже много общаюсь с людьми на этом рынке, люди смотрят за рубеж, люди ищут возможности реализации карьеры. И вот в данном направлении, конечно, именно техническом направлении, если ты имеешь за плечами бакалавр, ну, грубо говоря, например, да, из Украины, то техническая специальность, полученная здесь, на Кипре или в Европе, работодателем будет оцениваться 100 крат выше.
У меня такой вопрос. А если вот с Украины, ну, со стороны СНГ, неважно, с любой другой Да. страны, человек выучился на бакалавра и даже закончил магистратуру. Он может приехать на магистратуру к вам в университет? Ну, в теории да, конечно. У нас есть в университете создано подразделение непрерывного образования, и оно тоже предлагает достаточно большой спектр специальностей, и мы сейчас работаем над тем, чтобы такие специалисты, да, ну, так скажем, после 40 и даже старше люди, у которых есть за плечами опыт. У меня есть такие студенты, которые мне звонят и говорят, мы уже 15 лет не учились, у нас есть все степени, но мы хотим дальше продолжать. Да, конечно, да, это возможно. Ир, как раз вопрос написали нам. Есть ли ограничения по возрасту? Нет, 0,90. Ну, 0,90. Тогда следующий вопрос, который я вам задам. Насколько возраст может повлиять на решение по открытию визы? Ну, я могу сказать так, что у нас пока не было очень возрастных студентов. Местные возрастные студенты у нас есть, но эта виза не касается. Ну, давайте будем реально, да, смотреть на вещи. Я думаю, что 60-летний человек не поедет, понятное дело, что там к нему могут быть вопросы, да, у визового центра. А средний возраст людей 40 плюс, это никаких проблем здесь не может быть. Я поняла. Хорошо. Давайте, это хорошая новость, потому что во многие страны ты уже не, ну, если мы говорим 35 плюс, да, разве что у тебя такое мотивационное письмо. Мотивационное письмо, да, подтверждение CV, подтверждение с работы, какие-то, да, Финансовые гарантии. финансовые документы, гарантии. Это, безусловно, будут требовать в миграционной службе, но мы, как университет, всегда открыты для помощи нашим студентам. Если человек имеет потребность приехать и учиться, почему бы и нет? У нас есть для этого все возможности. Я тоже об этом расскажу, да? У нас есть юридический департамент, который поддерживает визовые вопросы всех студентов. То есть мы все вопросы переезда студента на самом деле, наверное, на 70% берем на себя. Мы еще поговорим про Да. так, чтобы, потому что, ну, образовательная миграция, она тоже там, где нужна виза и ВНЖ, то есть, ну, это тоже для людей иногда, ну, такое, скажем, один из вопросов, как это все оформить, сколько на это нужно время, и так далее, и так далее. То есть эти вопросы мы не будем в них особо вдаваться, но такие вещи мы говорим, за сколько нужно подаваться, да, бронировать место в университете и так далее. Да. Давайте тогда еще расскажем про все-таки направления, которые есть, да, на сегодняшний момент и какие вот планируются буквально там уже совсем скоро. Да, и я хотела бы еще также рассказать о том, что мы работаем в сотрудничестве с школой морских наук. Это школа, так называемая по-английски Maritime Academy. У нас целое крыло в здании отдано для того, чтобы оборудовать под это направление. То есть ребята у нас и проходят обучение на симуляторе морского судна, и все для того, чтобы учиться морскому делу, у нас есть. Поэтому, конечно, здорово, когда есть возможность приехать и посмотреть на все возможности университета. Вот. Но на словах. У меня вот была такая идея, да, я хотела с вами лично это обсудить, но если вы уже вот так сказали, что может быть, мы все-таки на весну, на раннюю весну, когда у нас еще холодно и противно, а на Кипре уже почти лето,
Я бы хотела попробовать собрать группу, да, из студентов, из родителей, которые действительно хотят приехать, познакомиться с университетом. Это было бы здорово, да. Это было бы просто здорово. Мы Чтобы, рады, да. чтобы была возможность встретиться с преподавателями, задать вопросы, может быть, директор поучаствовал бы. Ну, в общем, мы еще это с вами будем обсуждать, но раз Давайте мы вы... это обсудим, да. И я скажу заранее, что, конечно, наш менеджмент и руководители всегда рады принимать гостей и показывать университет. Я надеюсь, вы помните, да, какие у нас были экскурсии. Мы вас приглашали во все наши уголочки в библиотеку, в аудитории. Вот сейчас у нас появилось целое крыло для Maritime Academy. Они оборудовали очень здорово, и я сама там бываю частенько. Это просто интересно. Вот. А на весну это хорошая идея, да, весной это было бы здорово. Мы еще условия обсудим тоже. Ну, как бы есть это в планах, потому что многие не были на Кипре, даже кто был, Кипр рассматривают только с точки зрения там туризма, отдыха, хотя на самом деле Украины с Кипром достаточно такие тесные взаимоотношения и в плане бизнеса, и в плане проживания, иммиграции и так далее. То есть вот эти все вопросы, вроде бы как бы не очень такое, знаете, вот на слуху, там, как мы привыкли, образование, да, там сразу Великобритания, Канада, но я сама была неоднократно на Кипре, вот сейчас, когда вы пригласили в гости, мы посмотрели не только ваше учебное заведение, а там партнерские учебные заведения, но это вообще, конечно, это все, когда у тебя настрой, прекрасная, комфортная погода, не стоит вопрос, тебя будут топить в аудиториях, не будут. Ну, в общем, вот какие-то такие моменты, они Такого нет, да. реально позволяют, наверное, и все близко. То есть у тебя не стоит Но вопрос, как надо там начать с того, добираться. что Киев-Ларнака это 2,5 часа. Да, И да, да. это ничего. На самом деле для родителей это очень хорошее преимущество. Ты можешь летать к своему ребенку, ты можешь сам прилетать сюда, останавливаться. И цена на билеты, ну, она адекватная. Да, если заранее покупать, так вообще Ну, супер. конечно, конечно. Да, то есть это все действительно, вы совершенно правы, то что какой страх, да, обычно испытывают родители, или, допустим, даже если мы говорим, там, да, вот люди приехали доучиться, например, семья, да, есть муж и жена. Муж и жена расстались по причине того, что кто-то из них уехал на учебу к вам, да, то есть, ну, опять же, никаких проблем нету прилететь друг к другу в гости, и так далее, потому что Да, это все ситуации близко. разные. Ситуации разные, и много семей, которые здесь живут. Я со многими общаюсь, и в том числе с семьями студентов. И я нахожу только положительные отзывы. Я сама, как мама, могу сказать, что я очень счастлива, что я переехала сюда, именно сюда. Ну, как я уже сказала, очень благоприятная атмосфера, и мы чувствуем себя здесь своими. То есть иммиграция здесь происходит очень мягко. Есть страны, в которых ты никогда не будешь своим человеком, где тебя никогда не примут в общество. Вот. Даже если ты закончил вуз, женился, вышел замуж, завел семью, всегда будет чувствоваться какое-то, ну, как будто тебя приняли. А здесь я не чувствую, что меня приняли. Я себя чувствую как дома. Я могу сказать, что в моем кругу расхожая такая фраза есть: нужно жить на Кипре, а путешествовать по всему миру. И это правда. Это правда, потому что когда я возвращаюсь из путешествия очередного, ну, нужно сказать, что Кипр находится очень близко от всех европейских стран. Да, здесь у нас очень удобная авиационное сообщение с Греции, откуда можно куда угодно поехать. Ну, практически со всеми европейскими. Мы ограничены по времени? У нас час, до Час, часу. отлично. Вот.
о чем бы бишь я. А, ну да, и когда я возвращаюсь из путешествий, я чувствую себя дома. Самолет приземляется, я думаю, боже, я дома. Вот он мой таможенник, который у меня паспорт проверяет. Привет, Паникас. Вот он там еще кто-нибудь. И атмосфера очень действительно комфортная. Я хочу вам передать эту атмосферу Мне можно через. не передавать, я сама этой атмосферой с кем-нибудь поделилась с удовольствием. Хорошо, давайте тогда еще расскажем, какие факультеты, какие специальности. Значит, да, я закончила с тем, что у нас сейчас уже базируется на кампусе, и скажу о том, что со следующего, уже с марта, у нас проходит аккредитацию hospitality в области туризма, и юридическое международное право. Это бакалавриат пока. В планах у нас магистратура в международном праве и магистратура в IT-технологиях. Это очень важно и востребовано на самом деле у украинских, российских студентов. Также вторая фаза открытия университета через 2 года, это уже идет строительство нового кампуса в районе Айанапы. Там у нас запланировано открытие медицинского факультета, также юридического и еще одного подразделения под бизнес-образование. Также ведутся переговоры с другими международными вузами из Великобритании, из Франции. У нас международный состав преподавателей. Давайте про Да, состав поговорим да. более подробно, потому что на самом деле это важно. Кто у вас преподает, кто Да, эти люди? во-первых, нужно сказать, что все преподаватели имеют степень PhD. Это очень важно. Давайте Я как расскажем, что это за степень. Ну, не да, все знают, что это. я как человек, который закончил российские вузы, для меня это нормально, когда преподаватель имеет степень кандидата или доцента или даже профессора. Но как оказалось, для меня, если честно, было это открытием, что в европейских вузах преподавать может даже тот, кто имеет степень магистра. Ну, в России то же самое, но тем не менее, для того, чтобы преподавать, тебе достаточно просто закончить вуз. Преподавать в университете, я имею в виду, не в школе, не в колледже. Понятно. Да. И наши преподаватели все до единого имеют степень PhD. Что такое степень PhD? Это высшая степень европейской вот иерархии образовательной, то есть бакалавр, магистр и профессор философии, так называемый PhD. Вот. Все наши преподаватели имеют степень PhD. Они все так или иначе живут либо в Великобритании, приезжают здесь на краткосрочные сессии, либо приезжают из Парижа, из Франции, из нашей школы-партнера CAS European School, также из Американского университета, University Massachusetts. Преподаватели по обмену с нашими преподавателями сотрудничают по различным направлениям. Безусловно, есть преподаватели с Кипра, которые также работали и имели опыт работы в различных мировых университетах. Преподаватели из России, преподаватели из Ливана, из Китая. Ну, пока перечислила всех, но в планах очень много на самом деле, потому что еще раз напомню о том, что у нас недавно был создан центр непрерывного образования, на базе которого будет создан также лингвистический центр. У нас недавно запущены лингвистические курсы для взрослых, набраны группы, и я сама
участвовала в нескольких сессиях по изучению английского языка. Мы собрали людей, которые действительно хотят продолжать учебу, продолжать улучшать свои знания языка, улучшать, повышать свой уровень образования. И делается это все на очень высоком уровне. Я могу это подтвердить, как потребитель даже, наверное. Угу. А вот у меня тогда сразу вопрос, и сейчас, одну секундочку. Друзья, мы пока в прямом эфире, будет очень хорошо, если вы будете задавать вопросы, всякие разные, возможно, что-то мы упустили, потому что мы сейчас построили свой диалог по тем вопросам, которые мы уже получили от наших студентов, от потенциальных студентов, их родителей и так далее. Поэтому пишите, если кто-то хочет в прямом эфире разобрать какой-то кейс, какой-то вопрос. Вот вы говорите, и у меня сразу такой вопрос возник. А как стать университетом, ой, студентом вашего университета? Это как-то сложно, это как-то особенно, или все-таки, ну, как бы... Ну, это определенный набор требований, да, как в любом европейском вузе, это определенный набор требований. В первую очередь, это аттестат об окончании школы в Украине, в России, и сертификат о сдаче международного экзамена по английскому языку. Требования к английскому языку, ну, это всем известный сертификат IELTS, TOEFL, IGCSE, экзамены, и требования к минимальным баллам, минимальные требования к баллам 5,5 IELTS, TOEFL 550, IGCSE уровень C. Это что касается конкретики. У меня такой вопрос. Эти два документа вы предоставляете, и комиссия рассматривает ваш средний балл аттестата, и в принципе все. У меня такой вопрос. Если у меня IELTS, там, TOEFL сдан ниже требуемого уровня, что делать с этой ситуацией? Пересдавать. И все. С этого года нам не разрешили принимать внутренние экзамены. Министерство образования Кипра, да, да, нормировало поступление. То есть в прошлом году мы могли принимать студентов, иностранных студентов по нашему внутреннему тесту по английскому языку. Но именно весной этого года Министерство образования выпустило нормативный акт по университетам Кипра. Это связано с тем, что очень большой уровень миграции, да, и некоторые недобросовестные вузы принимают студентов не с целью образования. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Да, конечно, безусловно. Поэтому усилия, да. Я вам специально задала этот вопрос, да, насколько это принципиально важно, потому что знаю, что в многих университетах это не принципиально важно. И, ну, нам как бы нужно было поднять этот вопрос для того, чтобы, в принципе, 5,5 это не такой уж прям там недостижимый, ну, да, уровень, там, конечно, если мы говорим о правилах, например, да, вот. Теперь вот мы проговорили это все, и мы мягко подходим к тому, что вы упомянули аттестаты, вот. Но вообще, в принципе, аттестаты мало где имеют, ну, скажем, какое-то такое весомое значение. Поэтому у меня вопрос, ну, я даже знаю на него ответ, ну, как бы уже познакомилась с вашим руководством университета, то есть у вас, скажем так, такая позиция давать людям возможности. Да, американская система. Мотивации. Да. Давайте мы тогда все-таки затронем немножко вопрос стоимости обучения, какие дополнительные расходы могут возникнуть у студента и обязательно возникнут. И потом самое приятное о человечности, да, о каких-то скидках,
очень серьезных, которых мало кто предоставляет на рынке образовательном такие скидки. Да. Давайте обсудим этот Что момент. касается цен на образование, цены в нашем университете начинаются от 9000 евро и заканчиваются 15. В Мы среднем говорим про мы год. говорим, стоимость, да, стоимость обучения за год. То есть, например, программа бакалавриата на факультете бизнес-администрирования будет стоить 9100 в год. Магистратура в области real estate это 15 000 в год. Ну да, вот такие цены. И самое приятное это скидки. Сейчас мы немножко, давайте еще немножко о неприятном. Ну, опять же, это не является неприятным, потому что если мы говорим там за 9000 евро в год, и мы сравниваем Да. такое же образование, которое, например, ну, в Америке, да, берем систему американского образования, то там, ну, совсем другие цифры, да. А Да. так как мы говорили, что в принципе, есть же возможность поехать, поучиться и в Америке. Я правильно понимаю? Он Да. будет стоить это те же 9100. Это те же 9100, это те же 9100 после второго курса. Мы везем студентов в University Massachusetts, да, на программу по обмену на 2 семестра. И эти 2 семестра будут стоить те же 9100, да. Ирина, еще такой вопрос. Вот студент отучился там, допустим, ну, бакалавриат, магистратуру. Вопрос, у него диплом какого университета будет? Вот он, допустим, воспользовался и выучился у вас, и у него, и он воспользовался возможностью там поехать во Францию поучиться, либо у второго пока вашего партнера в Америке. Нет, но это зависит от того, какой вуз он закончил. Если он поехал учиться и перевелся в тот университет, например, да, Массачусетский университет, он получает диплом университета Массачусетса. Заканчивая наш университет, он получает диплом American University of Cyprus. Это европейский диплом европейского образца, аккредитованный Министерством образования Кипра. А у меня еще такой вопрос, насколько это значимый документ вообще для масштабов мира, да? Это То есть значимый документ, точно такой же, как если бы человек получил диплом, например, Сорбонны или, не знаю, Гарвардского университета, того же университета Массачусетса. у вас, по-моему, ректор, да, преподает в Сорбонне в том Да, числе. да, да. Это европейский диплом, который дает возможность работать по всему миру. И преподавать, если есть в этом необходимость, да? Ирина, что с проживанием? Давайте просто мы сейчас не будем там говорить себе там вот это стоит столько-то, потому что ну, мы уже с вами знаем по опыту, что кто-то, наоборот, снимает квартиру несколько человек, да, там ребята знакомятся и снимают квартиру, кто-то живет в апартаментах и так далее. Вот сколько студенту нужно на месяц в среднем, да, вот так, чтобы он себя хорошо, комфортно чувствовал, ну, как студент, там, это не значит, что он должен Да, ходить по мы ресторанам каждый подсчитали, день. да, мы Окей. подсчитали эти траты, да, это сверхтраты для родителей. Примерно 800 000 евро. В зависимости от потребностей, конечно, индивидуально каждого студента, в них входит питание, транспорт. Ну, действительно, развлечения какие-то, одежда, ну, все, что не входит в стоимость оплаты, это будет около 800-1000 евро в месяц. Интернет, Ну телефонная да, связь на не проезд, очень. интернет. Да. А у меня такой вопрос, я не знаю, ну вот честно, я что-то мне так в голову пришло.
А понятие АСИ, да, там есть какое-то что-то такое, что там какие-то льготы студенты Есть, есть. Наши предоставляешь? студенты, конечно, получают карточки студента, которые дают им возможность получать огромные скидки в транспорте, в магазинах, в кинотеатрах, в моллах. Это правда, это есть. Здесь Отлично. такая же история, да, как во Франции, Германии, да. Ну, еще один вопрос тоже, который очень просили, чтобы мы сегодня с вами обсудили. Просто мы выбрали время тогда, когда у нас у обеих получается, потому что мы понимаем, что Кипр в ожидании тоже католического Да, Рождества. И у вас да. сейчас тоже, ну, уже как бы семестр первый, ну, идет, закончился уже или Да, еще сегодня последний день у последние студентов, недели? да. Но нам, к Вот. сожалению, не разрешили праздновать широко, как мы хотели. У нас был запланирован гала-ужин рождественский сегодня, как раз на сегодня. Вот. Но мы отправили студентов на онлайн-обучение за неделю до окончания, специально, чтобы многие из них едут домой, международные студенты едут домой, и ну, чтобы им их как-то обезопасить перед перелетом, мы решили, чтобы они получили у себя за компьютером дома. А так, сегодня у них последний день занятий, и они уходят на каникулы до 10 января. Да. Окей, хорошо. Давайте тогда у нас уже там время чуть начинает поджимать. У нас еще есть два вопроса. Да. Один – трудоустройство. Это такой, вот это на самом деле, я горжусь этим. Вот правда. У меня недавно была конференция. Не у меня, у нас была конференция, и мы приглашали несколько компаний. Они нам рассказывали, это была конференция на тему, как образование, как высшее образование встречается с бизнесом, с реальным сектором экономики и с финансовым. Вот. И мы на самом деле поняли, что мы настолько друг другу нужны, и есть взаимные точки. И это была такая очень живая дискуссия между, ну, собственниками бизнеса, представителями, топ-менеджерами, представителями компании и академиками, что мы поняли, что мы вот делаем все правильно. В нашем университете открыт карьерный офис, который помогает студентам трудоустроиться. Это очень хорошая возможность для студента по окончании вуза и даже во время учебы, найти работу. И не только, например, в компаниях в других городах Кипра, да, Никосия, Лимассоле, в той же Ларнаке, но в основном все крупные компании на Кипре сконцентрированы в столице, в Никосии. Вот. Но и в самом университете. В самом университете я могу похвастаться тем, что со следующего года, с января, у меня уже студентка, русская студентка будет работать. И она будет получать огромную скидку. Это для нее, ну, очень, и для нее, и для ее родителей очень хорошая помощь, потому что, ну, там нет таких больших возможностей к оплате, да, но человек уже начинает работать со студенческой скамьи, учась, она уже становится самостоятельной, она ценит это, а я, как, ну, сотрудник университета, я просто счастлива за такие случаи, ну, у студентов. Вот. И продолжая эту тему, хочу сказать, что да, мы очень нацелены на то, чтобы наши студенты, заканчивая вуз, находили работу здесь, на Кипре, в международных компаниях, европейских, американских. У нас для этого есть все. У нас есть большой пул, так скажем, партнерства и у наших деканов факультетов, и у административного стафа, говорю по-английски, ну, в общем, у Понятно. администрации, да. И в том числе студенческая работа входит в список наших скидочных мероприятий. Я могу об этом более подробно рассказать, но, наверное, уже времени не хватает, но скидки Да. на обучение мы предоставляем, в Давайте том мы числе и да. разобьем наш, ну,
мы каждого вот кейс, каждого студента мы рассматриваем отдельно, да? Да. Но если мы говорим о том, что человека пугает стоимость или, ну, в общем, да, есть какие-то вопросы, то понятно, что при отправке документов в Американский университет на Кипре мы можем разговаривать, ну, то есть... Да. Мы Вот. можем разговаривать, безусловно, с каждым студентом. И мы смотрим, перечисляю, мы смотрим на спортивные достижения, мы смотрим на успеваемость в школе, угу. мы смотрим на портфолио, если это касается, например, гуманитарного Дизайн. факультета, да, каких-то креативных специальностей. Мы смотрим на волонтерство, на активную социальную позицию студента, человека, личности. Это очень важно. И я хотела бы все-таки тоже еще один момент рассказать о том, что в нашем университете есть традиция создания клубов. Это такие сообщества студентов, где они встречаются, собираются по интересам в спорте, в интернете, в, не знаю, в дизайне, в нутрициологии. И это тоже играет роль, то есть активная социальная позиция, активности в спорте, в искусстве до того, как ребенок поступает в университет, очень важно при поступлении. Это влияет на скидку. Это действительно влияет на скидку. У меня уже есть такие случаи среди студентов из России и Украины. Скидки, размер скидки, это вы озвучиваете как агентство студентов. Да, мы озвучиваем своим студентам, но я хочу сказать, что мы на сегодняшний день имеем возможность обсуждать скидку порядка до 20% от годовой стоимости программы. Годовой стоимости, да. Вот, и мы предлагаем, чтобы вы не стеснялись и обращались к нам, да, по вопросу скидок в том числе, потому что вдруг вы тот там спортивный чемпион, который вот очень бы хотел американский университет, чтобы вы защищали там флаг команды там университета, да? Да, возможно... межуниверситетские, конечно, конечно, межвузовские соревнования европейские – это реальная перспектива для детей, которые всю жизнь, я не знаю, играли в футбол, бегали, плавали. Это угу. реальная перспектива здесь у нас. А вот, кстати, которые бегали, плавали, очень частый вопрос, есть ли возможность бегать, плавать на базе университета? Есть. Я хочу сказать, что университет находится в таком месте. Город Ларнака не очень большой, и вся инфраструктура Ларнаки, в принципе, наш кампус. То есть все ведущие спортивные площадки, стадионы, открытый бассейн олимпийский у нас есть. Это все наш кампус. То есть наши студенты могут пользоваться этими возможностями здесь, в Ларнаке. Супер. В принципе, мы поняли... Или просто плавать в море. Или просто плавать в море. Но они, знаете, когда человек привык всю жизнь соревноваться, ему надо давать эту возможность развиваться и соревноваться дальше. Это, кстати, очень частый запрос и по другим странам. Я пловец, я футболист, я хоккеист, там, и так далее, и так далее. То есть мы стараемся учитывать и подбирать учебное заведение так, чтобы ребенок мог продолжать, мог продолжать развиваться в этом направлении. Конечно, это важно. Я думаю, что у нас просто осталось всего лишь там 3 минуты. Уже вопрос там по визе, по подаче документов, всем, кому интересно, пишут нам в директ, либо звонят нам, и мы эти все вопросы обсуждаем. Для нас самое главное – это аттестат об окончании среднего образования.
сертификат, английскому языку. подтверждающий, да, уровень английского языка. Вот. И, в принципе, на себя, как и рассказала, 70% работы по получению визы и дальнейшего ВНЖ, когда вы уже приезжаете на Кипр, этим занимается юридический отдел университета. Это очень круто, очень важно, потому что самая большая неприятность, которая пугает всегда всех студентов, вот бюрократия, непонимание, как открывать эти документы, куда их носить и так далее. Это я точно знаю, потому что мы отправляем огромное количество студентов в разные страны, в университеты, и это всегда, если не сработал правильно университет, кто-то не поддержал ребенка, это всегда будет конфликт. Ну, реально, это будет сложно, даже если ребенок, естественно, хорошо владеет английским языком, ребенок не разбирается в документах, особенно если мы говорим о 17-18-летних подростках, да, еще. Конечно, да. Поэтому это очень круто, очень важно, что его за руку, его буквально там напоминать ему будут, водить и так далее. Я только скажу один момент, что разрешение на учебу Кипра, на Кипре вначале принимает Министерство образования, правильно понимаю? То есть это Да. первая часть, куда мы отправляем документы, только после этого мы оформляем визу, и когда уже студент приезжает, он на протяжении месяца или какого-то срока, не помню Да, точно, примерно месяца. он должен оформить ВНЖ. Да. Вот, то есть Все и верно. все это проблемы американского университета. Это не проблема, это наша работа. И, ну, это, смотрите, я это с точки зрения не то, что для вас это проблема, это для нас проблема и для наших студентов. Поэтому мы с себя и со студентов переложили это на вас. Поэтому круто, что это ваша работа, нам только легче будет. Всем. Мы рады помочь, на самом деле. Спасибо. Ирина, мы будем тогда прощаться, потому что мы заканчиваем, у нас заканчивается время. Большое вам спасибо, что рассказали. Я очень хотела вас познакомить с украинскими студентами, их родителями, чтобы они вас увидели, что есть такой человек, который готов всегда помочь. Ирина всегда на связи с нами, как со своими партнерами, Да. помогает, обучает. Очень помогает всегда нашим студентам, которых мы отправляли и будем отправлять. С наступающими вас праздниками. Вот. Взаимно. Хорошего отдыха, хороших каникул. И я думаю, что это только мы положили сегодня с вами начало. Мы будем разбирать небольшие темы, какие-то новости вашего университета для украинских граждан, для того, чтобы у всех был выбор, возможность что-то поменять в своей жизни, получить магистратуру, да, образование. Вот. И обязательно, я думаю, что стоит собирать родителей или вообще просто студентов, которые хотят приехать, познакомиться с вашим университетом. Да, а я тоже одну буквально минуточку или даже меньше займу. Хочу поблагодарить Марию за то, что вот вы создали эту возможность нам с вами пообщаться. Я вижу интерес людей. Я уже получила сообщение по WhatsApp. Я вижу действительно работающий инструмент, да, наш с вами, когда мы вживую рассказываем в университете. И я хотела бы, конечно, всех поздравить с наступающими праздниками, пожелать всем в первую очередь здоровья и пригласить на Кипр. Вот просто пригласить на Кипр, а уже будучи на Кипре, вы Не приедете к сможете нам отказаться. и все увидеть, да, и увидите все своими глазами, наш университет и все, что мы здесь делаем. Спасибо большое. Всем хороших выходных, хорошего Да. настроения, чудесных новостей. Мечтайте, пусть ваши мечты осуществляются. До Пока-пока. свидания. До Пока. свидания.